Дети читают стихи «Обруч при свет. 14 лет». Стихотворение «Цена победы», автор Мила Карелина. Ты знаешь, какова цена победы? А сколько жизни унесла война? За нас сражались прадеды и деды. А что в награду? Боль и ордена. Цена победы — души на распятиях и лица жен, умытые в слезах. Навек ушедшие отцы и братья, все, кто вернулся в цинковых гробах. Цена победы — гордая Россия. Цена победы — инвалиды ВОВ. В концлагерях жестокие насилия, теперь у ветеранов вместо снов. Ты знаешь, какова цена победы? А сколько душ война там унесла? Война, что принесла всем только беды, у многих все, что было, отняла. Цена победы — ордена и раны, пропавших без вести жизни родных. И чем же платим нашим ветеранам? Раз в год лишь вспоминаем мы о них. Каждый из них — коллега первой группы, в ожогах души, в шрамах все мечты. Когда они несли на спинах трупы, на них летели бомбы с высоты. И что сейчас у них на этом свете? Медаль, да скупая горсть монет. Сейчас клянусь, и Бог тому свидетель, у них на хлеб порою даже денег нет. Те ветераны, те седые деды, ты береги их сердцем и душой. Теперь ты знаешь, та цена победы — это наш мир, наш сон, наш покой.